Загружаю сохраненную игру. Моя игра была прервана. Во время движения подвижные юниты будут стрелять в любую подходящую цель, которая, ну, которая в зоне действия их оружия. Пулеметы, пушка лояльности автоматически захватывает ближайшие юниты с очень высокой скоростью. Да, пушку верности надо грохать, конечно, в первую очередь. Так, долго загружаюсь, что-то долго загружаюсь. Ну, когда уже? Экспериментальный транспорт поднимает экспериментальные наземные юниты. Морские юниты очень мощно стреляют на большом расстоянии. А, вооружены дальнобойным оружием. Так, что тут у меня? Что тут у меня происходит? Лагает. Подлагивает или лагает, как там? Лагает конкретно. Ой, что-то я потерял. Где у меня конвертер? Ой, а где у меня конвертер? Щит. Щит уже нужно щиты ставить. Так, один, два. Че, я потерял что-то? Я что-то потерял, ну ладно. Бьют мой противоядер, гады. Точное попадание по противоядерной вышке. Ну че, сейчас щит появится. Аегиса нет. Поставим один Аегис. А, да. Сюда. Ну да. Кто-нибудь на землю сейчас пойдет. Ой, что там? Танк, что ли? Так, что там у нас? А! Кто нас бьет? Кто наших бьет? Разбили всех. Потому что я не следил в данный момент. О, летят и засвечивают вражеские объекты все. Где командир-то? Где командира? Так, у меня тут есть ракетница? Хотя одна. Нету. Ну ладно. Ага. Опа. Пошли. И воевать. О, командира. Так, что, командира надо прокачать чуть-чуть. Командира ремонтирует.
Так, надо ядерку заглушить. Танки поедут заглушить ядерку. Так, ной. О! Давай сюда. Подальше от врага. Что, щиты построили? Не построили. Давай так попробуем. Бьют АЕГИС. Артиллерия бьет АЕГИС. Мощно. Одно попадание, еще одно попадание такое. И АЕГИС мой не достроен. Ну-ка, ну-ка. Все, разбили. Разбили АЕГИС. Еще раз построю. Что мне стоит? Зато он быстрее будет построен. Второй раз. Вторая попытка призовая. Увеличивает шансы на успех. Сколько у меня тут 3 противовоздушных ракеты есть? Так, ной. Построил? Лагает, лагает. Давай, дальнобойную артиллерию можно замочить. Танчики мои всех бьют. Так, командира прокачал. Так, наземное что там. Так, Ной. Ной куда-то поехал. Ты разбивай, давай, давай. Все, мочи. Круши все там. Нет, так нельзя, оказывается. Они не успевают ничего. Пока летят, их убивают. Айтан. Так, может я смогу так сдерживать их? Буду сдерживать таким образом, попробую. Так, и воздушник. А, они непрерывные у меня. Воздушник куда пойдет? Да пусть сюда, правда. Да, надо все подключать. Ой, экономика у меня слишком крутая сейчас. Надо сокращать добычу всего. Какой-то командир будет потихонечку все разбирать. Так, научные станции тоже не нужны. Уже в таком количестве. Так, а Егис пока сам себя защитит, пока его ремонтируют. И сюда надо щит поставить. И ремонтный генератор дали. Так, Ной. Все. Так, выгружаемся и мочим всех. Так, прямая наводка здесь нужна нам. Уже можно лоялистов всех мочить.
О, немножко я их одолел. Unit cap reached. Угу. Ничего, ничего. Так, экстрактор материи вражеский разбил. Хотя бы какая-то польза от моих танков. Так. Ну давай, в самом неожиданном месте я вас разбомблю. Ракетница бесполезная. Commander under attack. Так, инженер построит экстрактор. А это кто? И это тоже инженер. Что будет? Что, построил? Но я. Нет еще. Так, толстяки мои орудуют. Командир под атакой. А, не опасно. Командир набирает опыт. Ну чё, где мои танки? Лагает, жуть какая. Лагает. Ну всё, всё, что рядом с танками, погибает. Фабрики какие-то я достал. Чё, Ной? Ной чё? А, Ной не может. Ной сюда отправляется. Ой, один в один, один к одному. Лоб в лоб. О, командир вражеский попался. Мои танки все еще едут. Так, Флетчер. Ну все, Флетчера сейчас я подловлю. Тык. Ух там. О, ничего нету. А вот этого. О, подождем. Поднакопится сейчас что-нибудь. А, мои танчики. Так, танчики бомбят кончик что-то. Все, что-нибудь разбили? Не могу понять. Экстракторы так и остались. Ну, какие-то постройки разбил я. Щит. Генератор щита разбил. А, противовоздушку, наверное. Ракетка. А, ну все, у меня тут нормально. Все на мази. Инженер какой-нибудь построит сейчас трактор материи здесь и здесь. Так, ну что ж, дела мои лучше. Так, дела мои лучше. О, я сюда, на эту базу, отправлю свои войска. Так, и какой-то инженер должен уже разбирать все, что мне нужно. А, ну пусть враги это ломают, пробуют. Так. Так, мои войска прилетели. И всех разбомбили. Все, прилетели? Прилетели, отлично. Все военное полетело
Сюда поехала. Так, самолетики чуть-чуть прокачать. Все прокачал. Здание прокачал. Морское не надо. Командира прокачал. Так, этот ремонтника одного построит. А этот и этот должны уйти на разведку. Ракеты с самотанком не опасны. И самолеты тоже. Танки все сбивают. Unit cap reached. Так, давай. Круши это. О, инженеры есть дело. Пушки надо разбомбить. Фабрики надо разбомбить. Пушки разбомбить. Так. Пушки надо разбомбить. Это что? А, разрушитель щитов. Давай его тоже разбомбим. Это щит-генератор. Вот, 28 танков еще осталось. Куча. Куча танков. Просто заходите внутрь на базу, все ломайте. Танки набирают опыт, становится сильнее. Это что? Ага. Опа. Так, здание мое, где? Так, давай-ка командиру лети. А, нет, сюда. Конвертируем. Конвертируем излишки. Прямая наводка теперь. Успел? Успел, нет? Где мой командир? Ох, ё, что я творю? Командир нужен здесь. Командир нужен здесь. Так, все разбираем. Инженер один все разберет это. Все, что не нужно. Какой-нибудь. Здесь инженер тоже все разберет. Но это не опасно. Прямая наводка сейчас все разломает. Куда стреляет-то? Ага, противо ядерку пытается, но там щитов так много, что стоит что-то сделать. Удачная вражеская попытка. Лависты тут несчастные.
пытаются что-то сделать. Так, это последнее, что они пытались, да? Я так понял. Так, ядерку сейчас мы сделаем. Преодолеем. Ты построишь противоядерку. От для защиты от тактических ракет. Так, этот просто встанет для разведки. А танки поедут на базу. А, я это что, ядерки? Угу. Конвертирую, пока есть все. Оу. Ага, противоядерку одолели мою. И Аегис разбили. Не уследил чуток. Ну, кажется, я опять проиграл. Но я чувствую, что лучше стало играть. Пять танчиков. Да, вот. О, какой-нибудь ядер понял построить. Вот что было. Так. Не забываем. Опа! Они разбили. Мои конвертеры. Батарею моих конвертеров. Ну ладно. О, а где мои танки все? Я их все потерял, что ли? О, печалька. Я все потерял. Все свои танки потерял. Ну ладно, я еще сброшу. Ага, ядерка пролетела. Куда она пролетела? А это что? А это не помогает, что ли? Спасает? О-о-о, ной. Так, сосредотачиваю свою силу, свои силы сосредотачиваю здесь. Построил. Как построится, сразу поставлю на очередь строительства. Ой, ой, что там. Так, термотерии-то надо беречь свой. Ладно, посмотрим, что будет дальше. У меня накапливается огромная военная сила. Опа! Ну все. А, это вроде не пройдет. Тут у меня ядерные щитки. Сколько? Одна противоядерка. Сколько? Две. Сколько? Ноль. У меня всего три противоядерки. Но это не пролетит мне. Так, здесь добавил. Здесь придобавил. Ой. Ой-ой-ой, щиты нужны. В большом количестве. Так, опять ной. Все, максимальное количество танков сейчас я соберу здесь. О, инженеры не нужны. Пусть они тут ходят.
Разведчики. Просто разведчики. Четыре танка разобьют экстрактор материи. Зачем он нужен? Так, мои толстяки в безопасности. Так, ага, противоядерки строятся. Сколько ракет, ядерных ракет, сколько летит? Не вижу, где они. А, вот это одна только. Ну, основное все я защитил. Так, здесь что? Оу-оу. А, здесь надо придержать. Какой инженер построил лучше. Все так плохо. Лучше щиты. Думаю, наводка может поможет. О! Добьет. Добиваем. Так, доход энергии у меня плюс 4 стал. Так. Все. Этих я разгружаю, и моя мега-армия поедет на врага. О, ядерка взорвалась. Где? А, мою дальнобойную артиллерию. Грохнули. Командир тоже бьет. У него уже максимальный опыт. Почти максимальный опыт. 71 тысяча броня. Прочность. Какой-то строитель должен здесь построить что-то, ощутить генератор энергии. Не успеваю реагировать я на изменения. Для меня здесь. Commander under attack. А, команда. Ага. Так, ну все, моя армия огромная теперь. И мы сейчас грохнем его. Мой инженер молодец. Мой инженер молодец. И разведчик. 141 танк. Это не 25 танков, не 35. Это гораздо больше. Самолеты тут не пройдут. Сейчас я командира завалю вообще. Commander under attack. Че, взорвали? Как так? Ядерка прошла. Ной. Ной безопасности. Commander under attack. Так, мой командир, пофигу. По барабану, командир мой. План вражеского сейчас командира найди. А вот он. Кто это? Флетчер. Давай, все танки на Флетчера. И я победил. Хотя бы одного выиграл. Вот эти... Так. Все, этим меньше. Будет легче. Оу, а где все? Где все? А, я все потерял, боже. Commander under attack. Мне ничего не поможет. Ничего не поможет. Чуть я не дожал. На, что делать? Командиры грохнули моего. Нет. Командир выжил. Каким-то чудом. Стал командир. Его ремонтируют теперь.
командир продолжает атаковать врага. Его ремонтируют. Командир мой очень мощный. У него мощное оружие. Чё? Мой! Я своего моя потерял. Так. Так. Ну все, что здесь, пошло теперь сюда. Инженеры тоже. Надо же все захватывать. Освободившуюся территорию. Да я могу построить все заново. Все могу перестроить. А если командира вражеского найду? А, у меня самолетиков не осталось. То мои... А, ну, нет. Так, третий танчик. Сейчас два экстрактора разобьют. Противоядерки есть. А танки где мои? Сюда все, давай. А, танки здесь. Так, один инженер строит экстрактор. Да все. Сейчас будут строить экстракторы. Где? Раз. Так, все, конец игры.